Я очень устала от ремонта, от выбора чего-то. В моей голове все совсем по-другому, и я не могу найти то, что есть в моей голове. Все хорошо. Все хорошо? Да. Овсянка. Когда я готовлю овсянку, я просто достаю все, что у меня есть. Кешью, тыквенные семечки, мед, орехи. Ну, самые простые орехи. Семена льна. Сейчас буду фоткать в Телеграм. Это я собралась выходить, но кое-кто опаздывает. Я решила снять быстрый обзор покупок. Коробка для хранения. Я при любой возможности покупаю коробки для хранения, потому что это всегда выглядит лучше, если в шкафу стоят такие коробки, и вы храните всякие мелочи и вещи именно в таком виде. Органайзер для хранения, подушки для стульев на кухню. Знаете, что я поняла, когда вернулась домой, что у меня уже есть на одном стуле подушка. Я почему-то забыла об этом в магазине и взяла две, хотя мне не нужны две. Но, в принципе, тогда можно купить просто еще один стул, потому что у меня их всего два. Изначально я поехала за вешалками, потому что одежды становится больше, вешалок не хватает. И у меня все вешалки белого цвета, я решила покупать сюда только белые вешалки, но... Я увидела эти вешалки, и мне показалось, что это будет выглядеть очень классно с белыми вешалками. Потому что это добавит какого-то тепла и уюта, как мне кажется, в шкаф. Зачем мне в шкафу тепло и уют, я не знаю. Просто там не было белых вешалок, и мне показалось, что идея с деревянными тоже, в принципе, неплохая. И я забрала спортивный костюм с Wildberries, такого кремового цвета. У него прям оверсайз рукав. Его нужно погладить, и потом я его покажу. И он обязательно будет в моем Телеграме. Подписывайтесь, там ссылка. Ну, в какой-то степени прикольно. Их нужно, наверное, тогда больше купить. Почему-то мне кажется, что люди думают, что я занимаюсь какими-то бессмысленными вещами, но это не так, это все имеет значение, имеет огромный смысл для меня. И все эти детали, они строят что-то большое, понимаете? Из этого всего состоит мой мир. О, хорошо. Second. Три мои находки с поступления. Первая и, наверное, моя самая любимая из этих вещей — это пальто Uniqlo в размере XL. Идем дальше. Серая худи New Balance. М-ка. Супербаза. Укороченный лонг чемпик. Кстати, безумно легкий и приятный, это хлопок, поэтому летом в нем будет абсолютно не жарко. Хотели встретиться в 3 на часах, почти 5, и я только выхожу из дома. Мой аутфит. На что-то из этого есть ссылки в Телеграме, а что-то уже, к сожалению, нет в наличии. Надо было время.
время еще будет. Ну, типа, да. Ну, ничего страшного, за час заплатим тоже хорошо. Надо же с малого начинать, не сразу все. Я как с деревни, ну, в принципе, оно так и есть. Вставлять. Так, ошибка чтения карты. Черт, придется как же придется уехать без оплаты. Когда, о боже, оно не сенсорное, как это возможно? Сколько время, кстати? А, время уже 8 утра. Я не выспалась опять. У меня ночью на кухне были какие-то очень странные звуки. И я думала, что кто-то сидит и ест на кухне. Мне было по-настоящему страшно. Я очкошник. Вот, иду за капучем в кофейню, которая находится возле моего подъезда. Спортивный костюм, который я забрала вчера с Wildberries и не показала, показываю. Мне худи не так сильно нравится. А вот спортивки мне нравятся очень, потому что они прям широкие. И за счет того, что это М-ка, и они на резинке, которая затягивается, их можно носить вот так на низком, понимаете? А это моя любимая. Ссылочка в Телеграме. У меня пижамные шорты, майка без рукавов из мужского отдела и мужской пиджак шерстяной. Это типа прям супер комфортно выглядит. Будто бы я просто проснулась, накинула на себя первое, что попалось, и вышла из дома. Я люблю нелепые аутфиты. Ну и, конечно же, должны быть носки, кроссовки. Вы можете не признавать мой стиль. Я хочу мачо, но точно не холодно. Когда в Москве была и столкнулась с этим, насколько там это все, ну, да, нормально. Да. Типа, у нас вообще такого нет. Ты получаешь другой центр, не бывает. И на свой раз не будет. На улице плюс 16 или 13 градусов. Сильный ветер. Вот это вот на мне. А я не хочу так ходить. Я хочу носить шорты. Или вообще в трусах было бы идеально. Плюс 40. Нужно отправить пару посылок. Я стала носить шопер ежедневно, реально каждый день. Я вообще забыла про небольшие сумки. Я ведь ношу с собой теперь штатив, снимаю на штатив постоянно на улице, и поэтому шопер мне просто необходим. Я давно искала именно такого размера и такого цвета корзиночки. Наконец-таки нашла. Я взяла примерить джинсы белые. И я взяла примерить какие-то очень легкие брюки. Рассказываю. Вот эти две корзиночки, которые я сейчас купила, я очень давно искала именно такие, потому что вот там место для штук для купания. И вот здесь расстояние специально небольшое. И здесь должны были быть полочки стеклянные. Я даже их сейчас покажу. Вот такие стеклянные полочки должны были быть здесь. Сначала мне эта идея понравилась, потом, конечно же, она мне разнравилась. И мне хотелось, чтобы это просто было в какой-то корзиночке, потому что стеклянные полки выглядят некрасиво. И я искала именно такую корзинку, но там расстояние небольшое. А все такие корзинки, они были большими и черными. А я не хотела покупать черные детали. И теперь это очень красиво стоит там. Есть еще идея сделать так. Мне кажется, классно. Надо подумать. Овсянка, мед, семена льна, тыквенные семечки, кешью. Можно вообще все что угодно добавлять, просто и мед, и все, и так поджаривать. А, смузи из банана, тофу и сейчас еще ягоды в самокате едут мне. Добавлю ягоды и все. Это очень вкусно. Вот что мне попалось в Инстаграме краснодарском. И это парк Галицкого. Я поняла, что мне туда нужно. В целом я все отсняла, то, что мне было нужно на сегодня. Остальные задачи у меня типа с телефона. Я могу засесть где-нибудь в Angel Cakes, пересечься с подругой.
невероятно быстрый обзор аутфита. На мне свитшот Nike, черные шорты, не помню, как называется бренд, сумка AliExpress и белые форсы с высокими носками. С утра было прохладно, но уже днем солнышко стало припекать, несмотря на ветер, поэтому я решила, что пора одевать шорты. А вон подружка. Все встречи здесь. Хочу сказать спасибо Галицкому. Вдруг он когда-то увидит мое видео, или вдруг кто-то из вас с ним знаком. Пожалуйста, передайте ему спасибо, потому что вот это просто невероятно. Я так люблю этот парк, я просто в восторге. Сегодня 17 апреля, через 7 дней у меня день рождения, и я уже получила свой первый подарок от своей любимой сестры. Так как у меня планируется поездка и меня не будет в Краснодаре 24 числа, она решила сделать мне подарок заранее, чтобы я его получила уже сейчас, что меня очень радует. Я люблю получать подарки заранее, я люблю получать подарки на день рождения, и заранее, и после дня рождения всегда. Я люблю дарить подарки, я люблю получать подарки. Подарки — это вообще как будто бы огромный смысл в моей жизни, потому что это всегда делает ее краше. Реально. Я, когда есть какая-то возможность, всегда хочу что-то подарить, что-то сделать кому-то приятное. Это очень классно. И вам советую. Моему блендеру этому уже около 2 лет. В целом, это, наверное, нормальный срок для блендера, но он не вписывается сюда. Я увидела этот блендер в одном из магазинов, когда покупала себе посудомойку. Куперсберг. Куперсберг. Не знаю, почему это называется по-другому, кстати. И влюбилась в его дизайн. Я очень рада. Я его, короче, неправильно собрала, и нужно было одну деталь вытащить. И это было очень тяжело. У меня даже натерлась мозоль. Это было очень больно. Но я это сделала. Сейчас буду делать смузи. Ладно, тогда я буду снимать. Володька, сейчас все будет, я оформлю. Вова, улыбнись, камера же пишет. Это уже не фиксация, это съемка полным ходом. Ебкилась, вот цветные краски. А получил всю краску, разверни же телефон. Не поместится, мне кажется. Нормально. Или как? Куда? Как сюда? Я его опущу? А что, они не опускаются в этой я машине? Не знаю, я не умею. Мне кажется, нет. Я тебе сейчас научу. Смотри, прикинь, секрет. А как это сделалось? Я притащила эти две коробки сама. Вот это тяжелое, это не тяжелое. Внизу еще 37-килограммовое. Я не знаю, как вытащить. Я сейчас буду искать кого-то. Я думаю, что я не покажу распаковку Taobao в этом видео, потому что она уже довольно длинная. У меня очень много материала, который мне нужно смонтировать за сегодня и завтра, потому что послезавтра я уже уезжаю и боюсь, что я просто все не успею. Поэтому, когда я вернусь домой, я распакую и сниму уже новое видео. А пока могу показать это. Я забрала с СДЭКа заказ. Я не знаю, что это. Да, это оно! У меня было несколько предположений. А это то, что я хотела больше. Возможно, кто-то знаком с этим брендом. Здесь у меня одежда для дома. То, что я люблю всем сердцем. Блин, а можно это на улицу носить, пожалуйста? Я хочу носить это на улицу. Такая пижамка. Топ. Шорты. Топ. И шорты. Очень длинный, тяжелый день. И у меня впереди монтаж видео. Я немножко схожу с ума, но мне это нравится. В Телеграме я сфоткаю, как они выглядят, и оставлю ссылку обязательно, поэтому ждите. Всем пока, скоро увидимся, скоро будет, я надеюсь, интересный влог. Я постараюсь.